Всем добрый день, здравствуйте. Я сегодня иду по тому же маршруту, потому что сегодня что, среда? И я иду на рынок. Рынки нас не закрыли. Вчера, по крайней мере, я была. Все работало. Сегодня иду уже на свой рынок в своем городе. Я живу в Тиволе. Кто все время спрашивает по поводу меркада? Эти меркады есть в каждом городе, просто нужно знать расписание, когда и в какое время меркада приезжает. Во всех городах есть, без исключения. В Риме это Порто Портезе, большой рынок, но так как он работает только по воскресеньям, а сейчас это в Италии локдаун, суббота-воскресенье, я думаю, что он не работает выходные. А в будние дни эти рынки все работают, меркады. Это же не только секонд-хенд, это продукты, это какие-то бытовые принадлежности, которые могут покупать, там, не знаю, покрывало, полотенце, всякая ерунда. Дешевые. Что такое меркадо? Это дешевый рынок. Рынок дешевой продукции. И они есть во всех городах. У нас он по средам. Так, что еще хочу сказать? Ну что, в общем, это, наверное, все, что хотела сказать. Ой, я уже подхожу к рынку. Давайте встретимся на рынке. Вот цена, вот 5-10 евро. 15. Так что не думали, что я покупала, да, покупаю даром. Вот такой жилет. Впереди он жилет, искусственный, сзади вязаный трикотажный. Гипюра, платье на плечах. Вот продал бы по 6 евро, но это не секонд хенд. Вот по 10 и по 3. Это тоже не секонд-хенд. Бижутерия. Ну, бижутерия как-то сейчас не очень. Нет хороших, красивых изделий. Видите? Совсем простое. Вот, видите, 8-15 евро. Это новый товар. Следующий рынок. Ой, следующий рынок, господи, следующие продавцы. Это 1 евро, не секонд. Секонд дальше. Вот опять же 10, 5, 3. Дорого. Пойду здесь посмотрю. Может, что-то накопаю. Или потом на обратном пути найду сначала к своим, потом уже здесь буду рыться. А вот и мои продавцы. Как обычно, аншлаг. Да. А вот я вижу его конец. Простите. Знаете, что я полдня его тащила. Посмотрите, какая шапочка. Белок снова. 2 евро. Ага, это что такое? Шляпа. Какой-то шарик симпатичный. Что здесь написано у нас?
Идем дальше. Шар с изображением галы. Шар с изображением американского флага. Вот такой шар. Не знаю, пока возьму. Это что? Это кардиган. Губка филопинка. Размер 10. Что выбрать? Юбка. Entrate, señora. Это что? Типа легкого пальто какого-то. На кнопку, да. Меня это как-то интересует. Кардиган. Entrate, señora. Короткий на кнопку. Мужской кардиган Лакоста красного цвета. Что-то мне как-то все время попадаются Лакосты красные. Это что? Спортивные брюки мужские. А это Бенетон. Бусики. Ой. Такая юбочка. Что такое? На дрванке. Да. Смотрите, что на Георгс. 46 уровней. Какой состав? Лестер. Ласточку. Ласточку красивый. Что это? Дисковый. Это? Нет. О, ради бы я скажу. Ну, как коротюсенькая.
Кто с карманом на груди? Это что? Марина Лена, ну что мы с ним делать? Ну длинная, трикотажная. Написано, что вот этот платок, этот Версач, шелковый, но у него ничего нет. Тут красивый.